Присмаки с национальным колоритом. Ветковские кондитеры вырабатывают вот такие перники с узорами неглюбских рушников. Старожитные орнаменты символизуют добро, кохание, достаток, поспех, здоровье. И солодкие сувениры имеют поспех. Перники расписываются вручную, и процесс гэты не только прыгожи, але и працаёмкі. У гэтым пераканалася Вольга Халадович. Мука, яйки, мед и масло. Тут только натуральные ингредиенты. Тесто на перники попередне заварваюць, тому яны долго не чарствеют. Пакуль выпякается основа, рыхтуют цукровую пудру. Яна становится базой, на якой ветковские кондитеры малюют сапраўдныя шедевры. Вязаные корунки, народные вышивки, роспис с бабулиных куфров. Освоить процесс творения прыгажосці было зусім непросто. Это очень кропотливая работа, она очень много времени занимает. И тяжело это. Все внимание надо, сосредоточенность. 4 дня ушло на один пряник, пока научилась. Спочатку их расписывали только вручную, затем стали выкористовывать вот такие специальные трафареты. Зараз у распоряджении кондитеров 8 стародавних знаков и орнаментов. Кожный – старожитное послание продков. Стрела, восьмирожки, круча – этим символом несколько тысяч годов. Вот это, например, образ человека. Я, конечно, не профессионал в этой справе, але с допомогой соправных майстров и трафарета перник у меня, сдается, отрымался. Перники со старожитными узорами кулинары вырашили сделать еще одним национальным брендом. Неглюбские рушники ведают во всех частках света. Токио, Париж, Брюссель, Монреаль и навод у штаб-кватеры ААН. Рушниковый код добра – небы молитва на тканине, упевнены и кондитеры. Там становятся не просто пригожим сувениром, але и приносят поспех. Все приходят, фотографируют, кто-то покупает просто себе для сувениров. Ехали на презенты, я знаю, что заказывали 5 или 8 штук заказывали, ехали в Италию. И заказывали, брали именно с неглюбскими рушниками. Сарафан на радио работает, поэтому как бы передают, заказывают, мы оформляем. Даже можем оформлять вот в такие коробки красивые, мы заказываем, и поэтому вплоть уже до сувенирных упаковок. Зараз у мясцовым кондитерским цеху усе перники вырабляют выключно под заказ. И уже поширили ассортимент. Вясельные, новогодние, корпоративные. Майстры могут нанести на ласунок любый малюнок. Дарэчы, тыя пакупнікі, якія бяруць на пробу 1-2 перники, затым вяртаюцца и заказывают смачные сувениры целыми партыями. Вольга Халадович, Александр Мурашкин, Ветка.